В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился и чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем март 2018-го. Главным событием марта для всей страны стали, конечно же, выборы президента России. Общая явка на них составила 67,5%. За ночь после выборов ЦИК обработала 90,84% итоговых протоколов. Такой высокой скорости обработки результатов удалось достигнуть в том числе и благодаря новым комплексам электронного голосования, которые были установлены во многих городах нашей страны. В Сарове голосование велось по старинке, бюллетени опускали в прозрачные урны. Как прошли выборы в нашем городе? Следующий репортаж. К 12 часам дня явка в Сарове достигла уже 34%, а к половине третьего – 59%. Всего в нашем городе правом голоса обладают почти 74 тысячи человек. Для них работало 36 избирательных участков, 34 из которых были оборудованы видеонаблюдением. И практически на каждом в первой половине дня был ажиотаж. Я люблю свою страну, очень люблю. И люблю действующего президента. И пошла голосовать за него. Я ни разу не пропускал и всегда прихожу на выборы. А почему? Почему это так важно? А потому что я гражданин Российской Федерации. Каждый гражданин не должен избегать своих обязанностей и прав, поэтому надо голосовать. Каждый голос решает. Для меня важно, кто будет править. Считаю это своим долгом. Среди первых проголосовавших в нашем регионе и главные лица области Глеб Никитин пришел на избирательный участок с семьей. Кому отдал свой голос, оставил в тайне, но подчеркнул, свой выбор должен сделать каждый. Выборы всегда праздник для меня. Было такое отношение к этому процессу. Сегодня особенно в Нижнем Новгороде впервые голосую, и настроение очень-очень хорошее. Глава города Сарова тоже проголосовал с самого утра. Александр Тихонов отметил, делая выбор, мы не просто выполняем свой гражданский долг, мы влияем на судьбу нашей страны. Конечно, когда большинство людей, значительное большинство доверяет одному человеку, президенту, конечно, и ему в этом смысле, он пользуется доверием, он понимает, что ему люди доверяют, и он более грамотно, более четко проводит свою политику. По данным территориальной избирательной комиссии, явка в Сарове составила 73,7%. И это очень хороший показатель. При этом в нашем городе не было выявлено серьезных нарушений, так что смело можно говорить, выборы прошли спокойно и на высоком уровне. Осмотр улик, исследование места преступления и долгие часы в лабораториях. 1 марта свой профессиональный праздник отметили те, кто знает все о вещественных доказательствах, дактилоскопии и графологии. Эксперт-криминалист занимает особое место в системе правоохранительных органов. Он способен определить, каким образом злоумышленник скрылся с места преступления, а также найти улики, которые невозможно обнаружить неопытным взглядом. Эксперты-криминалисты одними из первых прибывают на место преступления, и никто не знает, что приготовили злоумышленники на этот раз. Но опасность саровских криминалистов не пугает, тем более